Днем 8 февраля на улице Куйбышева в Кургане в районе дома номер 36 произошло ДТП с участием иномарки и маршрутного автобуса ПАЗ. Автомобиль Renault Duster собирался совершить поворот с улицы Куйбышева, но не успел. Встал с левым поворотом заехать в домострой. Сзади автобус тормоза не удержали. Все, въехал мне. Водитель ПАЗа пояснил, что причиной ДТП стала неисправность тормозной системы. Ну, я сейчас от остановки ЗДС отъезжал, тормоза не сработали. Как бы я тормозил, и итог получился такой. В результате аварии у иномарки разбито заднее стекло, помят багажник и правое крыло. У автобуса только незначительные повреждения бампера. Пострадавших нет. Водители вызвали сотрудников госавтоинспекции. Ведется следствие, в том числе и будут установлены причины, почему водитель маршрутки вышел в рейс на неисправном техническом средстве. Павел Баев, Тимур Нацуханов, Владислав Базылев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».